сука, сука. Не ругайся, это видео без слов. Чарли Чаплин. Давай молчать будем. Вот, ноги будем показывать, как будто здесь есть два человека. А кто, не скажем. Если я чихну, они узнают, что это я. Ты не говори, что я здесь. Да не, вот ноги. И еще ноги. Откуда они догадаются? Там. И вот ноги. А догадаются по покрышкам, что за мотоцикл? Да, ну, супер тенор. Так. По бычку давай. Не, по бычку не узнали. Они думали посмотреть. Посмотреть. А только... Они думали, что у нас все легко, все просто. Да-да. Вот, что у нас все чики-пуки на мази. По-фэншую. Да. Ребята, все на изоленте, вы что думали? Так, тут что-нибудь есть? Пошло куда-то. Подожди. А вот, знаешь, да. Ты ударил меня. Подожди. Оп. Во. Пошла мазута. Не, надо. Не, ну попробуй. Плюс на минус, минус на плюс. Да, есть напруга. Ага. Раз напруга есть. А бабочка, да? Мотылек. Так. Я знаю, как это открывать. Подожди, ты краник трогал руками, да? Да. Чего дальше делать? Ай, мама мия. Наверное, вот это выдергивает. Так. Чтоб ей хорошо было. Сейчас. Так. Подожди, метнусь. Давай. Вместе пойдем. Ты не спеши. Зажигай. Воспоминаем. Так. Потому что там кнопка отсутствует. А я думаю, ты хотел сжечь ее. А мы в прошлый раз, когда катались, ты хотел сжечь. Он же упал туда. Да. И все. И он поэтому лился. Глянь, а это какая-то космическая вот эта прибабаха. Тихо, не трогай, это убьет. Так, чего делать? Дальше. Опять ноги пошли. Край есть. А слышал, что щелкало? Ну, свечки ж нету. А, нету свечки? За ней сейчас ходить надо. А без свечки что есть? Вот он тут. А, подожди, ты ноги показывали, теперь руки. Вон там, нету свечки. Вот там нету свечки. Это надо туда свечку ставить. Давай. А, тут у тебя целый кондайк свечек. Так. Надо пробовать искрообразовать. Давай, я буду держать. Держи, а я буду искать. Держу, пошел. Ну-ка. Есть? Сука, сука. Есть? Не знаю. Значит, есть. Так, значит, тогда заворачиваем ее сюда. Любую. Для длинной шеи. Похрену. Любую. Исправную, неисправную. Любую. У тебя какие-то арктические ботинки. Арктические. Как и мотоцикл. Какой кронштейн крепления сигнала. Обалденный. Так, ну, от руки все должно быть, да? Конечно. Так, вот это куда? Мы же не применяем этих ни ключей, ни пассатиш. Так, подожди, еще одни ноги появились. Не надо. Давай, воспламенись, ебучая смесь. Ух ты, она живая. Убираем обогатитель. Сразу убираем? Конечно. Бабочки. Вот это надо, наверное, раньше делать. Да. Да. Будем? Будем. Давай. Давай. Так, вот эту отключим пока. Да, тут током дарит. Еще отвертку надо. А позднее, да, стало? Да. Так, если позднее стало, крутится сюда. Бабочку надо по ходу прокрутить, тоже против часовой стрелки. Ты будешь вот что делать. Да, и это я умею. Держал. А так, ты, вращается ты... сюда. Да, и здесь... бабочку туда же, чтобы пораньше я. Вот, уроте затянуто. Вот так пораньше чуть-чуть. Да, да? О, нормально. Так, градусов на 20. Держи вот так. Я держу теперь с другой стороны. А я сейчас ее буду крутить, она будет туда смещаться. Не будет. Будет. Ты ей не дашь. Ах ты, курва. Курва. Пердоли? Курва пердоль.
пердоли на моторе. Так, воспламенись. Смесь. Тихо, не спугните ее. Ага, уже лучше, но не совсем. Значит, тогда делаем вот так. Спасибо, всем пока. О, курва! На самом деле, ребята, мы были... Чтоб он там тарахтело? Да, нужно вот так сделать. Смотрите, как деньги зарабатываются у нас в деревне. Почему пер не болит? Раз. Два. Ты так и ноутбук не расколешь. Да, что делать? Надо чем-то жертвовать. Три, блядь. А вы думали, блядь? Может, хватит? Не, еще разок хватит. Разок. О. И все. Потом вот это все туда. А, кстати, топор только варили. Он еще не остыл. Покажи-ка, шов там, Денис, где-то. Да вот там. Вот он. Не надо этого делать. А вы думали, все так просто? Да. Не все так просто. Не сразу Москва строилась. Все.